90% всех магазинов живого пива записаны на индивидуальных предпринимателей, оценивают участники рынка. Однако в будущем им, возможно, придется закрыть свои точки. В Минфине хотят уже с 1 июля следующего года запретить ИП заниматься розничной продажей пивной продукции, в том числе сидра и медовухи. Необходимость принятия законопроекта чиновники связывают с тем, что индивидуальный предприниматель не в полной мере декларирует объемы розничных продаж. Штрафы для них в 10 раз ниже, чем для юрлиц, так что им проще скрыть реальные объемы торговли. Пивовары с идеей не согласны и считают, что закон, если он будет принят, больно ударит по малому бизнесу. Пострадает не только торговля, но и производители, поскольку небольшие пивоварни часто не могут разместить продукцию в больших сетях и реализуют ее через мелкие точки. Против инициативы уже высказалось и Министерство экономического развития. Такую меру там назвали избыточной.